Всем привет, друзья! Сегодня у нас 14 апреля, мы находимся в Доме кино. И сегодня у нас премьера фильма «Частная пионерская 2», два года спустя. Изумительный фильм. Саша Крапиловский очень талантливый человек. Ребята у него замечательные были. Чудесно, замечательно. Я просто про меня фильм. Я не знаю, даже это не описать словами. Это было очень круто. Первую часть смотрели. Василис, ребенок плакал. Старшее поколение прослезилось как в первой серии, так и во второй. А давай Костику в компот пурген подсыпем. Впечатления очень позитивные. Мне кажется, это действительно такой добрый фильм, которого сейчас так не хватает. И когда мы видим вот эту доброту с экрана, настоящую дружбу, мне кажется, это очень многому учит. Знаете, я просто не ожидала. Я потрясена, потому что прекрасный фильм. Мы и посмеялись, и поплакали. Я вообще считаю, что это великолепная картина. Даже, не, я думала, детский фильм, ничего подобного. То есть это для семейного просмотра, если мама пойдет там с ребенком, это вообще прекрасно. Как реагировал зал, это, конечно, не часто такое встретишь с таким энтузиазмом, с такой радостью, что, конечно, приятно. Я потрясена. Слов нет, одни эмоции, супер. Очень хороший фильм, редкий случай детского кино, но очень современного. Хотите продолжение? Обязательно. Про то, как они вырастут, у них будет уже настоящая любовь.